строитель, все построим. Бог строитель, без проблем. Скупо идите и роли, да. Лофти и Венди помогут всегда. Вместе с командой работать быстрее. Вместе с друзьями всегда веселей. Бог строитель, все построим. Бог строитель, без проблем. Сардинка и птичка, Трэвис и Спот дружат все вместе круглый год. Бог строитель, все построим. Бог строитель, без проблем. Проказник Спот, автор сценария Джимми Хиберт. На сегодня? Так, нам надо сделать крышу для нового сарая Трэвиса. Мне понадобится Макадизи. То есть все остальные нужны? Не сегодня, Скул. Можете направить свои штабы? Свои колеса куда вам вздумается. Дизи, Мак, идем, нас ждут на ферме. Все построим! Без проблем! Пока! До скорого! До скорого! Смотри, Боба, ты Боб? Привет. Привет, Трэвис. Привет. Слушай, Спад, по-моему, Боб едет на ферму. Ушел в сарай. Что? А, ну хорошо. Похоже, тебе это совершенно неинтересно. Трэвис, ну-ка, подсоби. Прости, Спад, но я собираюсь наблюдать, как заканчивают мой новый сарай. Эй, Трэвис, вернись! Ура, мой новенький сарай. Отлично, вот так. Мак, можешь привезти кирпичи для стены? Кирпичи. А где они, Боб? Интересно, я не знаю, Мак. Фермер Пиклс сказал, что они здесь. А где кирпичи? Ладно, не важно. Мой новенький сарай. Я не могу дождаться, когда въеду в него. Там будет так уютно длинными зимними ночами. Надеюсь, ты не собираешься проводить в сарае все свое время, Трэвис. У тебя по-прежнему много работы, не забывай. Привет, Боб. О, доброе утро, фермер Пиклс. Кажется, вы говорили, что кирпичи были... Да, были. Только они сгрузили их у старого сарая. И не страшно, Мак. Съезди, привези их. Все привезу, без проблем. Что ж, до скорого, Боб. Пока. Так, Дизи. 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 Идем, Дизи, намешай-ка нам немного цемента. Конечно, Боб. А теперь... Да, жвачки, извини. Да, я тоже съел яблочко. Может, я смогу забраться на дерево? Я голоден! Вот так, хорошо. Скоро доделаем крышу. Как бы я хотел яблоко. Сочное и сладкое. Ну-ка, минутку. Лестница Боба. То, что мне надо. С помощью тебя. Так, теперь следующий кусок. Что? Где моя лестница? Может, она упала? Дизи? Да-да. Дизи? Да-да-да. Дизи? Ага. Да-да. Ну, конечно. Да-да-да. Я позвоню Венди, попрошу принести другую лестницу и потом... Вот это жизнь, вот это праздник. Обожаю яблоки. Привет, Спад. А тебе разве не нужно работать? Но у меня обед. О, боже. Я тут уже несколько часов. Как же я голоден. Боб, я привез кирпичи. Куда их сложить? Мак! Как я рад тебе! Ты должен помочь мне спуститься! Моя лестница пропала! Пропала? Да, так давай съезди домой, возьми другую! Ладно! Я уже в пути!
Мак, спешит на помощь! Да-да-да-да! Вижу своим внутренним глазом слово на букву... Мак! Мак — это не буква. Да? Не могу задерживаться. Боб сидит на крыше, его лестница пропала. Нужно как можно скорее спустить его и... Мак, осторожно! Ой, боже! Я попытался предупредить тебя. Ужас какой! Все подчинением! Нет, только не это. Что ты здесь делаешь и где Боб? О, Венди, Боб застрял на крыше, а я сломал последнюю лестницу, и ее нельзя починить. Боб сидит там уже вечность и никак... Успокойся, Мак. Где сейчас Боб? На ферме Пиклза. Хорошо. Скуп, поедешь с нами. Хорошо, Венди. Спасем Боба! Без проблем! Кажется, я сижу здесь много лет. Боб! Мак! И Венди приехала из Куб. Но, Мак, где лестница? Это долгая история, Боб. Зато мы привели сюда Скупа. Мы тебя сейчас будем, Боб. Прыгай в мой кош. Так аккуратно. О, Боб, осторожно. Не волнуйтесь, я не упаду. Шесть, Боб! Я держусь. Ну, а где же старая лестница? Яблоки. Ненавижу яблоки. Минутку, Спад. Это ты взял мою лестницу? Я позаимствовал ее на время. Я просто хотел поесть яблок. Но я не мог их достать, они висели слишком высоко. Спад. Тебе не надо было забирать лестницу без спроса. Бедняга Боб просидел на крыше весь день. Прости, Боб, я просто одолжил лестницу. Я не знал, что ты наверху, Боб. Как же вода болит. Это тебе наказание за то, что ты взял без спроса лестницу и съел много яблок. Прости, Боб, правда я... Ну хорошо, по крайней мере у меня не болит живот. Ладно, идем, надо закончить работу. Все, построим! Без Боб, как продвигается? Вот, закончили. И я закончил бы раньше, если бы мне не помешало одно проказливое пугало. О, нет. Только не говорите мне, что Спот опять выкидывал свои штучки. Боюсь, что да. Но не надо волноваться. Ну, Трэвис, что ты думаешь? Здорово. Поверить не могу. Замечательно. Чудесно. Спасибо, Боб. Похоже, ему нравится. Я вам скажу, что мне нравится вкусный ужин. Я умираю с голоду. Давайте поедем домой. Пока! До свидания! Здесь снаружи холодно, Трэвис. Можно зайти к тебе в твой новый сарайчик? Конечно, можно, Спот. Если ты не против присутствия вот этого... О, нет! Режиссер Сара Болл. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал» «Всемирная сеть».